Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрнест, я продолжаю играть в самп на Advance RP Purple. Так, что за чувак ко мне хочет машину сесть, я не пойму. Ну ладно, давайте мы откроем. Так, стоп. А, сейчас, значит, я продаю свой султан. Так, договорились встретиться с чуваком возле АЗС-ки в гетто. Сейчас поедем туда, собственно, продадим султан свой за 550 тысяч. Ну и как вы поняли, сегодня мы уже пойдем отыгрываться в казино. То есть у меня 4000, мне даже нечем за дом заплатить. Так, нечем заплатить за дом. А, кстати, вот он приехал. Так, sell my car. 273, 550 тысяч. Так, все. Довези, давай попросим довести его. Так, до казино ЛС, да. А, решил отыграться в казино, потому что мне нечем даже заплатить за дом. Так, сейчас у меня на руках 550 тысяч. И куда он меня везет, интересно. А, ну, наверное, у него свой путь какой-то там магический. Сейчас он быстро нас довезет до казино, я надеюсь. Так, и да, ребят, попасть в гетто у меня обломалось. Подписчик сказал, что его тоже оттуда ливнули, так как новый лидер. Ну, я такой, ладно, чё, побегаю пока без фракции. В госку как-то реально не хочу, в госке тухло вообще. Ну, не знаю, не хочу в госку. Если только поугарать там в какую-нибудь в армию. Так, ладно, вот нас казино, значит, докинули уже. Давайте напишем спасибо. Так. 5000 ход. А, значит... О, тут так-то людей, ну, пойдет. Так, как будем отыгрываться сегодня, ребят? Как будем отыгрываться? Давайте первая ставка будет 20к, допустим. 20к будет ставка первая. Не знаю, я, ну, по 100к и не планирую... Ну, по 50 по 100к не планирую играть, потому что... Ну, сами знаете, мне в казино очень везет, в кавычках. Да, ну вот 20к мы подняли, так... Султан я покупал за 590, плюс тюнинг на 100к почти вышел. Так, и мы уже подняли 40к. Так, не знаю, давайте как-нибудь... Моя тактика от Эрнеста, короче, тактика идет. Выбегать с казино после каждого... Ох, нифига он опасный, слушайте, смотрите, он меня сливает прямо возле казино. Это, наверное, потому что он проиграл все деньги и злится. Ну ладно, с кем не бывает. Так, давайте еще, наверное... Нет, сейчас сыграем на 10к. Мне кажется, что я сейчас проиграю, поэтому сыграем на 10к. Что такое? Почему? А, вот, 10к. Кто-то вон тоже играет 10-50к. Так, ну вот, да, на большие суммы я особо на большие суммы не хочу играть, потому что мы благополучно, как обычно, все сольем. Мне, ну, мне так кажется. Лично моя точка зрения. Потому что я себя знаю... Сейчас, если начну проигрывать, у меня сразу пойдет, сразу какие-нибудь суммы здоровые, там, по 100к, по 50к, я все солью. Так что надо потихоньку. Например, выиграл, понизил ставку, проиграл, повысил чуть-чуть ставку. Ну вот, ничья, да, 10к? Ну ладно, давайте еще раз 10к. Может, что-то получится сегодня у нас поднять. Так, нет, ну я вот это, слил 10к, короче. У меня какая-то привычка странная, просто все время escape нажимать после победы или проигрыша, не знаю почему. Какую-то уверенность дает, может быть. О, 10к обратно подняли, так. Еще 10к играем. Опа, еще 10к подняли. Так, у нас уже почти 600к на руках. То есть, если покупать султан с рук, я уже, в принципе, плюс ушел. Так, ну, пока не проиграем, будем играть на 10к, давайте. Было бы неплохо, конечно, подняться до миллиончика хотя бы. Там улучшить дом, снова купить тачку, затюнить ее. И чтобы еще осталось на руках. А то это вообще, даже за дом нечем платить, я вообще в шоке. А, я понял, в чем прикол, потому что пишу смс 20к. Совсем запарился что-то. Так, 20к играем. Давайте, ребят, кидайте мне 20к. О, 20к подняли, все отлично. Так, давайте еще теперь 10 кассиков кидаем. Две, о, блядь, 2000 выиграл, ну ладно. 2000.
Так, 10 тысяч. 10 тысяч я проиграл. Так, давайте 20к теперь. 20к, давай. Нет, тысячу мне не надо. Давайте, кидайте мне. 20к хочу. Алло, вы мне кинете 20к, нет? Ну? Что, никто не хочет мне кидать 20к, что ли? Это же всего лишь 20к, почему вы не кинете мне их? Ну-ка, может кто-то еще заиграет? Нет, только вижу, что человек на 50к только играет и все, в принципе, больше я не вижу. Так, ну, блин, никто не играет, я походу на 20к никто не играет тут. Только на 50к. Так, ребят, я уже слил сейчас 20к, нашел все-таки, кто мне кинул 20к и слил их благополучно. Так, давайте еще раз кинем 20к сейчас. Больше я пока что не хочу кидать и рисковать. Конечно, боюсь все проиграть, потому что только купил дом и тачку, и уже просрать все будет очень обидно. Так, ну вот человек на 100к играет, но нет, нет, мы не будем. Так, 2000, да не надо мне 2000. 20к хочу. 20к, давайте мне ставку 20к. Ну, алло. Какие 4000? 20 тысяч мне кто-нибудь кинет? Нет, сегодня. Я ждал 5 минут, теперь опять жду 5 минут. Если не больше. 100к, ну блин, заманчиво, заманчиво, но нет. К сожалению. Мы не слишком богаты, чтобы играть на 100к. Ладно, короче, давайте, никто не играет, давайте кинем хотя бы 10к. Их я тоже благополучно слил. Короче, надо играть на 50к, я так понял. Играем на 50к тогда. О, вот я вижу, на той стороне, ну, что-то говорят 50-100к, ну-ка. 50к, давайте. Была, не была. 40 тысяч. Ладно, давайте. Так, ну-ка, 1-1, ничья. О, подняли 100к. Бля, говорю 100к. Подняли мы 40к. Ну, в принципе, я в минус пока не ушел. Так, давайте зайдем обратно. Так, итого у нас... О, мне 100 тысяч кинули. Не, братишка. Слишком много. 50к. Не-не-не-не-не. Давайте снова 20к. Так, 20 тысяч мне кидайте. Если проигрываю, то повышаю ставку. Ну, будем чуть-чуть по тактике, просто не обезбашенно играть, а кидать 50-100к, а просто по тактике будем играть. Так, 20 тысяч. Ну же. Двадцать пять тысяч, ничья. 5-5. Давайте еще раз мы кинем. Опа-на, подняли 25 тысяч. Так, в итоге я уже где-то в районе соточки поднял, ну, с продажи султана. По-хорошему, можно уже просто подать объявление и купить заново султан, но он же будет не затюненный. То есть у меня все деньги только... Ну, короче, мне еще надо хотя бы окупиться на 1100-200. Мне кажется, это реально, если потихонечку играть. Так, ну-ка. Так, давайте 20 тысяч. 20 тысяч. О, 20 тысяч проиграли мы. Так, хорошо. Давайте еще играем 20 тысяч. Если проигрываем, уже будем играть на 50к. Блин, было бы у меня хотя бы 1,2 миллиона, я бы пошел в 100. Серьезно говорю, пошел бы 100, если бы было хотя бы 1,2 миллиона. Вообще бы я пошел в Калигулу крутить, слитки выбивать, наверное, по 1020 крутил бы. Помню, тоже денег мало было, пошел в Калигулу и кинул 20к, поднял 4 миллиона. Так. У Ирка нет такой суммы. Блин.
Так, ну вот и я играю сейчас на 50к. Отлично, я проиграл 50к. И опять в минусе. То есть я просрал сейчас только что 100к, можно сказать. Так, давайте еще раз играем на 50к. 50-100к тире. 50-100к. Блин, вот это уже плохо, вот это уже хреново. Сейчас соточка за соточкой и на ноль спускаемся. Так, что, никто не играет, что ли? Вот недавно видел, что играли люди на 50-100 тысяч. Так, ребятки, мне кинули 100к, не знаю. Это очень опасно. Мы проиграли 100к. Отлично. Отлично. Мы в минусе большом. Я сейчас вам говорю, сотка за соткой и так и сольем. Так и сольем. Мне это не нравится. Блин. Лучше бы я пошел на шахту и заработал, чтобы заплатить за дом, но не играл в казино. Потому что у меня уже 450 тысяч. Это жестко. Когда я зашел, было 550. То есть я в минусе, получается, на 100к сейчас. Был сначала в плюсе на 100 тысяч. Так, ладно. О, вижу, играет человек. Так давайте ему сами кинем тогда. 100 тысяч. 10 тысяч. Нет, меня на 100к. Вот, скидаем 100к. И... Блять, ну почему? Ну сколько можно проигрывать? Блин, жесть, просто жесть. Так, я кричал 100к стол. Так. Что, сами будем ему, наверное, кидать? Так, давайте кинем ему 100 тысяч. Блядь. Сука. Сука. Так, ребят, я вернулся в казино, в общем-то. Так, и опять тот же бомжик у нас попался. Ладно, давайте сейчас не будем играть. Так, 97. А, он мне сам кидает, хорошо. Так, плюс 100к, ребят. Так, сейчас посмотрим по обстоятельствам. Так, еще. Еще кидать будешь, нет? Позже. А это, походу, он поднял 100к и решил сыграть на 100к один раз. Так, ладненько. Давайте еще, может, на какую-нибудь ставочку сыграем. Так, может на... О, 100к. Нет, давайте сыграем сейчас на 50. 50. Блять, проиграли. Обидно. Хорошо, давайте 100. Давай как-нибудь забагайся как-нибудь, давай. Ну же. Да что такое, почему? Я просто ухожу тупо в минус. Блин. Ну чё за фигня, только поднял 100к. Хотя бы не в таком большом минусе был. 20 тысяч. А, 20 тысяч тоже проиграл. Хорошо, что на 100 не сыграл. 100 тысяч, кидайте мне 100 тысяч. Не, вы посмотрите, просто по 20к всираю. 100к. Да иди в жопу своими 20 тысячами. 100к кидайте мне. 100 тысяч. Оп, опять у этого бомжа забрал. Еще, говорит. Обратно проиграл. Блин. Что же за фигня? Еще проиграл. Ребят, у меня 100к остается. И последняя ставка. О, поднял. Напоследок. Что за хуйня, говорит? Блин, это я должен таким вопросом задаваться. Так. Может еще сыграть? Ладно, давайте сыграем. Так, 262. 20 тысяч. Так, 20 тысяч поднял. 10к. 10к проиграл, блин. Так, еще раз, давайте кинем тогда 20 ему. 20 тысяч. 20 тысяч поднял. Короче, в районе 300к у меня на счету.
10 тысяч проиграл. 20 поднял, 10 проиграл. 20 поднял, 10 проиграл. Так. Давайте. Давай, 20к. Опять 20к поднял. 300к у нас. Я в минусе на 250 тысяч целых. То есть мы сегодня вообще в плюс не вышли. Так, надо уже, мне кажется, останавливаться, потому что я так все деньги спущу. Так хотя бы можно будет какой-нибудь хантли еще купить. И деньги останутся. Да, ребят, наверное, мы больше не будем играть. Сегодня нам не везет. 300 тысяч на счету осталось. Эх, конечно, обидно то, что мы проиграли. 250 тысяч. Надо было уходить, когда я уже в плюс на 100к вышел. Ну ладно, не будем расстраиваться. Купим, наверное, куплю себе в следующей серии Хантли или что-то типа того. Деньги еще останутся, в принципе, на чтобы дом заплатить. Ну, на этой ноте мы закончим. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Если он вам не понравился, тоже поставьте лайк, суть не меняет. Также подписывайтесь на канал и ждите следующее видео по GTA Samp Advance RP Purple. Всем пока, ребятки!